Новых управленцев будем готовить сами. С сегодняшнего дня в Саратовской области запущен проект по обучению специалистов, которые в дальнейшем будут работать в региональных структурах власти. В ближайшее время пройдет отбор желающих получить навыки управления. Всего будет сформирована группа из 100 человек, которые прослушают курс лекций и пройдут семинар от ведущих специалистов трех саратовских вузов. В конце обучения каждый должен будет защитить выпускную работу. Для участия в конкурсе приглашаются молодые люди до 30 лет с высшим образованием и постоянно проживающие на территории Саратовской области. Подробная информация появится в ближайшее время на сайте регионального правительства. Мы запускаем свой проект, тоже чтобы было понятно, в этом есть необходимость прежде всего на муниципальном уровне, да и в наших отраслевых министерствах, и в целом управленческого звена. То есть управленцы 21 века.